Алмазодобывающая отрасль останется драйвером якутской экономики до 2050 года. Об этом журналистам заявил глава республики Егор Борисов после пленарного заседания в Санкт-Петербурге. На минувшей неделе там открылся 7-й международный форум «Арктика. Настоящее и будущее». Как сообщает информационный портал ЕСИА, глава подчеркнул важность алмазодобычи с учетом социально-экономического развития. По его словам, компания «Алроса» должна сохранить лидерство на мировом алмазном рынке, несмотря на аварию в руднике «Мир». Авария, конечно, отразилась на объеме добычи алмазов, так как из шахты извлекалось до 10% от общего объема. Его мы планируем восполнить благодаря Верхнемунскому месторождению алмазов, находящемуся недалеко от удачного, отметил он. Верхнемунское месторождение состоит из 4 кимберлитовых трубок с запасами в 65 миллионов тонн руды. Разрабатывать его планируют открытым способом. В 2019-м предприятие уже должно выйти на проектную мощность в 3 миллиона каратов. А запасов руды здесь хватит для отработки вплоть до 2042 года.